Продолжаем двигаться по этому скверу. Впереди мигают полицейские огоньки. Синий, красный. Таксист, который меня сегодня вез в Ташкент, рассказал, проезжая мимо огромного такого красивого современного здания, на котором было написано «Туристик полис». Я говорю, что это за полиция специальная такая для туристов? Он говорит, да, те места очень туристические. И вообще по всей стране создано отдельное ведомство, которое называется «Туристическая полиция», которая призвана помогать, оберегать, работать, короче, со всеми обращениями туристов. Вот, потому что туризм объявлен самым высоким приоритетом, и на этом поприще Узбекистан достиг достаточно много. А здесь, видите, я ошибся, здесь не машина, здесь будочка. Вот, и там двое ребят стоят в форме. Вот что-то здесь такое тоже летнее кафе. Сейчас оно закрыто. Так вот, оказывается, туризм очень сильно гигантскими темпами развивается. В 2019 году был поставлен большой рекорд по посещаемости. Конечно, большинство туристов по-прежнему составляют граждане России, но также США, Израиль, европейские страны. В общем, очень много стран, с которыми Узбекистан развивает туристические отношения, приглашая к себе граждан этих стран в качестве гостей. Вот, и туристы здесь священны, то есть приоритет самый высокий. А вот ресторанчик, он работает. Американское черно-белое кино крутят на стене. Прикольно. Прикольно, очень стильно. Да, такой неожиданно даже где-то. Американский черно-белый фильм на стене. Вот, поэтому он мне сказал, что если хоть волос падает с головы туриста, голову могут и оторвать.